Всех приветствую, всем приятного просмотра. И давайте продолжать. Так, в прошлой серии мы остановились ровно на этом же месте. Сейчас нам нужно будет поговорить с нашим охранником. И он должен будет нас отвезти в кабинет. Идем? Хорошо. Да, давай, пошли. Так, следуйте за сержантом. Мне жаль, это старый лифт, кусок дерьма. Поднимемся по лестнице. Да, новый. Ну, судя по тому, с какой ты скоростью топаешь, что мы так будем часа три подниматься, да, с тобой? На, мешайте. Профессор. Это профессор. Он здесь дольше, чем я. Его настоящее имя Пуди. Все его зовут профессор. Здравствуйте, профессор. Я один не вижу тут собаки. Ну ладно, допустим. Что, мы что-то купить можем? Не. Мы не можем. Давай, 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 ты не останавливайся. Время, деньги. Мне еще статью сдавать. Так, если честно, я не помню, зачем мы в кабинет идем. Записываю, по-моему, спустя неделю, да? Эту игрулю. Игрулю вторую часть. Так что, если честно, это уже не помню. Зачем нам этот кабинет? Ну, чё ты остановился? Разве скажешь, что что-то произойдет? Я слышал, здесь обитает привидение. Привидением? До полуночи они могут делать все, что, черт возьми, им захочется, да? Да, опять же, здесь бывает вот такой вот текст быстрый, так что не всегда буду успевать его зачитывать. Блин, а ты можешь через две ступеньки подниматься? Давай покажу, как это делается. Так. Уи. Так, отлично. Я так понимаю, нам в эту, да? Не понял. Это что такое? Слышь? Ты тоже ее видишь? Да не толкайся ты. Погоди, да я здесь кого-то же видел. Ну реально здесь черно-белая какая-то мадмуазель стояла. Ну? Понял, ты залип. Это как-то не смешно. Может, мне надо кнопку нажать, чтобы он начал взаимодействовать? Это долго будет устоять. Это основатель университета. А кто-то подготовился. Он был хорошим человеком, но его глаза портили его. Что? Ничего, он носил очки. Вот и все. То есть ты будешь делать вид, что ты не заметил, да? Призрака. Ладненько, ладненько. Черепахина. Прикольно. Здорово, черепахина. А вот и кабинет историка университета. Здесь можно найти всю информацию. Не торпись, если у тебя будут вопросы, задавай.
Окей, смотрите, кабинет истории университета. Ага, то есть мне нужно... Ля, какой пёсель, да? Это ж пёсель? Да, это пёсель. Это мне нужно подойти и нажать каждую, да, штуку светящуюся. Ладно, давай прожмем. Так, поговорите с сержантом, окей. Слышь, а нельзя эту черепахи на себе забрать как-то? Это не надо там по делам сходить, не? Хочет сделать фото? Какая интересная камера. Да, в любом случае ты можешь фотографировать, но только не меня. Боитесь? Да, своего впечатляющего телосложения. Не хочу, чтобы твоя камера взорвалась. Хорошо, я прослежу, чтобы вы не попали в кадр. Так, а давай. На фотографии будет призрак. Это точно фейк. Что? Почему вы так говорите? Посмотри, насколько оно новое. Похоже, что оно 60-х годов. Полагаю, что здание будет построено в форме 8... чего-то там. Оно означает, что оно должно занять злых духов. Здесь полно энергии. Крайне важно расположить их в правильном порядке. Их направление и углы должны идеально совпадать. Хуже всего их намеренно перевернули. При размещении в обратном порядке здание притягивает злую энергетику и держит ее внутри. Это означает, что любой, кто умрет здесь, превратится в призрака и не сможет сбежать, не говоря уже о постоянном наплыве злых духов. Ого, вы много знаете. Фэншуй. Совсем немного, я потом занимался некоторыми исследованиями. Если бы они все не испортили, они построили то, что им дали. Кто бы мог подумать, что архитекты намеренно изменят иероглифы. Строители не имеют к этому никакого отношения. Точно. Да, насчет слухов о том, что здесь полно привидений. Вы здесь достаточно долгое время, и вы должны быть... Видели одну-двух призраков, так? Призраков? Да, но это точно не один. Двух. Как бы это сказать? Подожди, привидения и призраки. Ты же не можешь об этом всем упоминать в своем репортаже. Ого, уже 11:34. Пора идти. Не возвращайся, я сделаю сейчас фотографии. Не-не, пора идти, Сью. Извини. Опять? Какой сегодня день? 21 августа. Скоро наступит застроя. Неудивительно. Да ты капитан очевидность. Не переживайте за меня, делайте все, что вам нужно. Или я могу вам помочь? Нет. Эй, и не шляйся здесь, уже поздно. Тебе нужно уйти до полуночи. Ну, конечно, мы этого делать не будем. Мы с вами главный герой. А главный герой, как обычно, начинает тупить. Еще в запасе 20 минут. Так, что мне нужно делать? Это что такое? Кинозал. Может, нам сейчас Куно покажет? Как думаете? А, ну да, мы же там кассету, по-моему, какую-то нашли. Никогда так не делайте.
Лифт вам не игрушка, так что даже не думайте. Интересное кино. Я бы еще раз посмотрел бы, да? Так, полночь. Угу, сейчас, наверное, на нее бабайка нападет. Слышь, а где она лампу взяла? Это было... Нет, подожди. Прямо как в трейлере фильма, и... Странно. Я нажимал это. Сейчас не будет как в фильме, что через 7 дней мы умрем, посмотрев эту запись. Этого не может быть, нет. Согласен, этого не может быть. Промежуток должен быть. Так, проверьте масляный фонарь. Хорошо, пошли проверим. Че это? Че это такое? Так, выбрать и сбросить назад. А, то есть мне нужно... Ага, головоломки. Так, по идее вот таким вот образом. Так, эту штуку надо сюда, это сюда, это сюда. Блин, мне надо наверх как-то поднять это все, да? Не, погоди. Погоди, мне нужно передвинуть эту штуку в эту сторону. А как мне это сделать? Наверное, вот таким вот образом, да? Ну да. Так, теперь эту штуку надо сюда. Вот так вот. Угу. Эту штуку вот эту сюда. Надо как-то передвинуть тебя. Так. Так, ну, мы можем так сделать с вами. Конечно. Но, что-то мне кажется... Да. Но ее надо наверх. Таким вот образом... Так, это вверх. Блин, давайте, наверное, я сейчас нажму на паузу. Без вас решу эту головоломку, потому что это будет очень долго и нудно, я так понимаю. Хотя, в принципе, ничего сложного, и сразу продолжим. Так что все, не прощаюсь, через секунду продолжим. Все, мы справились. Быстренько. Так, давай берем лампу. Mm-hmm.
Анима. Здесь негде его включить. Головой попробуй. Может, поможет. Так, да, я угадаю, с помощью, наверное, этой лампы мы будем отгонять злых духов, да? Помогите мне. Какого черта? Для тебя накажут за то, что ты испортил картину. Ничего. Ну и как красиво. Как в фильме «Мистер Бин». Кто смотрел, тот поймет, о чем я. Фонарь? Интересно, сможет ли я отыскать здесь что-то еще? Ну, начинается. Так, фонарь души. Обнаружить. Нажмите, удерживайте Space, чтобы исследовать место с помощью фонаря души. Следуйте по сказкам, чтобы найти интересующий вас объект. Направьте фонарь в центре. Объекты держите так, чтобы обнаружить. Ага. Окей. Так, вот здесь что-то есть. Ля. Прикольненько. Так, сейчас, секунду. Секунду. Да, запись идет. Так, давайте смотреть. Тихонечко. Так, оно идет до самого лифта. Ты реально хочешь идти по кровавым следам? Ладно, давай попробуем. Так, направить сюда. Он лжец. Так, на цешку. Вот, присесть. Ну, ты будешь срабатывать. Да, есть. Что, черт возьми, здесь происходит? Хер его знает. Так, справка. Дон дистал библиотеке, мистер призрак. Ага, нам явно сюда не надо дойти. Я так думаю. Или нужно? А давай попробуем. Так, фонарь души. Нажмите и держите, чтобы... Ага, мы избавились, да, от этой штуки. Снова иероглифы. Они также были сверху на витрине. Nothing. Ничего там нету. Ну все, нам жопа. А охранник говорил, убирайся отсюда. Да нет. Полночь. Нажимай красную кнопочку, написано экстренный вызов. Hello? Алло? Я застряла в лифте. Мистер, на помощь. Уже полночь, что, черт возьми, все еще сделаешь? Как тебя зовут? Тинь-тинь, помогите, пожалуйста, поторопитесь, там привидение. И кому ты будешь звонить? Ghostbusters. Так, я умру, она убьет меня.
Ее шея, она сломана. Ghostbusters. Так. Скример, да, сейчас будет, наверное. О, здорово. Ты в порядке? Да, конечно. По ней сразу видно, что она в порядке. Жесть. Какого? Куда поделся лифт? Жесть. Так, защита. Когда на фонаре души символ загорается полностью, он защищает владельца от одной смертельной дозы приза. Чтобы избежать повторной атаки, фонарь следует полностью перезарядить. Ага, и каким образом? Так, защищает владельца, хорошо. Ёб твою. Ага, все. Ой-ой-ой, все, до побачення. До побачення, до побачення. Мне нужно полностью его зарядить. Ой, она сзади, да, походу? Ну все, нам жопа. Я так понимаю. Слышь, а что ты тупила? Нормально, удобно. Так, этот глаз показывает сверху. Ага, все. Нету глаза, значит, нас никто не видит. Так, а куда нам идти вообще? Я таки извиняюсь. Ага, вот сюда, да? Правильно понимаю? Так, текущее место приложения. Ага, миссии зеленые, то есть прямо и налево. Так, бонжур. Тихо, тихо, тихонько, прекращай. Так, я так понимаю, нам нужно, да, по прямой куда-то вон в ту сторону. Так, ну насколько я понял, если мы сейчас будем идти вот таким вот образом, то она нас не заметит, правильно? Ну, по крайней мере, не... Ой. По крайней мере, не должна назад отмена Хьюстона. Ага, а сейчас повернулась, то значит должна заметить. Так, сейчас, ребят, секундочку. Давай проходим. Проходим, проходим, проходим. Не знаю, конечно, куда, но куда-то мы проходим. Стой, сесть. Тихо, 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 тихо. Куда ты там бежишь, скажи, пожалуйста. Вот куда ты там бежишь? Так, ну, по-моему, у нас есть защита. Одна, один удар мы сможем сделать. Не-не-не, погоди, погоди, я занят. Не трогай меня. Не трогай. На, получи по щам. Давай, 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 давай. Есть. Все, 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 уходим, уходим, уходим. Тыркай кнопочку, тыркай кнопочку. Пронесло. Разве она идет только на B2?
все, приехали. Угу. Приехали, только непонятно куда. Слышь, а ты лампу забрать не хочешь? Тинь-тинь. О, здорово, Тинь-тинь, как она? А, понял. Как там, бать, ты нормально? Жесть. Все, минус журналистка. Я так понимаю, сейчас будем за этого типа играть или как? Так, в 60-м году в компасе университета произошло убийство жертвы, которая стала... Ага, ага, это происшествие стало известным как убийство, окей. Мы правда будем снимать это? Серьезное дело. Да, черт бы побрал этих идиотских фильм. Тогда не нужно беспокоиться за этих проклятых призраков. Эй, крутой режиссер, как насчет твоего сумасшедшего фильма? Теперь мы даже не собираемся снимать его. Например, да, это не режиссерский материал, может просто... Слушай, неважно. Что смотришь? Я просто, в смысле, ничего. Кто-то маленький испугался котенка. Знаешь, сколько времени мне довелось быть в Штатах? Мы не верим в эту чушь. Я просто волнуюсь за доктора. Вот и все. Посмотри, как он напуган. Увидев эти руки призраков. Мне показалось, черт возьми, да. Чувак, это было круто. Слава богам за то, что они сказали мне присоединиться к вам. Боги, что, черт возьми, ты несешь? Он сказал, что мечтает стать членом клуба или что-то в этом роде. Ты представил, что ли, что мы закончили фильм? Спрошу-ка у своих усов. Кто знает, малявки. Ну что, придурок, так сделаем этот или нет? Сколько мы уже работаем над этим? Давайте сделаем это. Тот завершившийся трейлер. Что? Интервью? Так сделала полтурку «Остынь, полегче». Та ведущая из новостей, сладкая Сью. Шикарная, да? Горячая штучка, чувак. Если мы собираемся сделать, дело нужно как следует. Все должно быть идеально, понятно? Лады, так у нас около 2 недель до первого показа. Так, процесс съемки до 11, хорошо? Господин режиссер. Хорошо, я сделаю схему. Когда закончу, начнем встречу. Где схема расположения? Думаю, одна в кладовке. Еще одну забрали в редакцию школьной газеты. Понял, спасибо. Слышь, мистер Усан, ты со мной пойдешь? Выглядит чертовски хорошо, да? Так, я так понял, нам... дверь заперта. Нужно будет найти сейчас 2 статуэтки, да? Да. Окейушки. Ладно, пошли искать. Давай сначала налево сходим, посмотрим. А потом уже в другие места. Так. Может.
тоже дали мне статуэтку. Так. А, я забрал статуэтку, правильно я понимаю? Или неправильно? Так, а давай вернемся. Тихонечко. Давай вернемся, тем более здесь у нас прохода, я так понимаю, нету. Хорошо. Так, мне нужно... Угу. Вот таким вот образом. И сюда еще две. Слышал, Сана, ты не хочешь мне помочь? Не? Погоди, куда я иду? Я хотел. Мы налево, да, ходили с вами, правильно? Да. Теперь пошли направо. Так, закрыто, закрыто. Закрыто. Надо присесть, правильно? На цешку, да? Ага, ну, меня не пускает. К сожалению, либо к счастью, меня туда не пускает. Погоди, в каком кабинете оно было? Слышь, где оно находится? Go get that positioning diagram ready. Давай эту схему расположения. Ну давай. Так, информация обновлена. Дверь заперта. Мой маленький сюрприз. Надеюсь, ты раздеваться сейчас не будешь. Чтобы я увидел твой маленький сюрприз. Где эти гребаные статуэтки? Блин, игра, ты ж хоррор. Так, в коробке. Нет. Не в коробке. Здесь ничего нету. У тебя нету статуэтки. Здесь газета. И как мы знаем, замотанный в газету заменяет статуэтку, да? Так. Что это такое? Детальный вид. Можешь их расположить нужно правильным порядке. Как думаешь? Не то? Не, погоди. Давай вот это вот сюда. Ага. А тут у меня ничего нету. Вот. Так, она на диване, он возле чего-то там. Правильно, она на диванчике. Ну да. Он, наверное, здесь находится, либо вот здесь. Блин, я не знаю, где статуэтка. Алло, отдай статуэтку. Дай, пожалуйста, статуэтку. Что он так подлагивать начинает? Блин, ну мы с вами все обходили. Реально все обходили. Здесь ничего нету. И везде все закрыто. Бля, не зайти, не выйти. Не подняться, не прыгнуть, не встать, не сесть. Что нужно? Так, заполнить схему расположения. Это я понял. Где эти штуки находятся все? Усан. When Doc was making the diagram, he was laughing like a maniac. Блин, ну вот там что-то находится. Дверь заперта. Я понял. Ключик. Ключик, ключик, ключик. Дайте мне ключик. Давай с самого начала. Коробки, ведро. Закрыто. Здесь открыто. Может, тут что-то я упускаю, как думаете?
тут ничего нет. Блин, может мне сюда нужно поставить эту статуэтку? Тогда кто-то что-то откроется. Давай попробуем, давай заберем статуэтку. Но других вариантов вообще нету. Так, дай мне сюда. Дай сюда. Так, побежали назад. Ну просто реально, других вариантов я не вижу. Погоди, не сюда. Ну, тоже начинали за журналиста. Продолжили хер пойми за кого. Сейчас, наверное, я поставлю сюда статуэтку и что-то произойдет, да? Ура! Ключик! Так, назад в игру. Забрать. Да. А ты что-то, я понимаю. Если бы я не догадался, сколько времени мы тут бы бродили с вами. Слышь? Это ты сделал, падла, скажи честно. Ты запрятал ключик. Так, дай сюда. И шо? Что ты мне предлагаешь сделать? Ага, ничего, да? Давай сюда поставим. Ну? Что-то должно же произойти? Или нет? Или не должно? Ладно. Так, забрать. Не туда нажал опять. На паузу. Ну все. Так, ничего не происходит. Окей. Давай сюда. Тоже ничего, да? А если сюда? Гребаная статуэтка еще лагает. Ну, выглядит чертовски хорошо, да? Ой. Ага, вот и еще одна фигурка, хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Давай, оператор у нас сюда, да, становится? Правильно понимаю? Ну да. Цветочки ей дарит. Она у нас пьет Чайковский. И нужен еще кто-то третий, который будет свечку, наверное, да, держать. Так, что это такое? Не знаю. А я наверх могу подняться? Наверное, нет. О, здорово. Как она? Дэнди стала библиотека. Мистер Кошак. Так, ну, одну фигурку-то мы нашли. Прыгнуть, присесть. Пройти не могу. Нет, не могу. Так, история призрака. Туалет. Ага, которая занималась в соседней комнате. Так. Надоел этот звук. Ну да, звуки сто лет иногда раздражают. Блин, может надо сюда две фигурки поставить, и тогда что-то будет. Давай попробуем забрать. Но я просто без понятия, что еще его делать. Давай попробуем установить. Так, и давай тебя. Ура! Мы кого-то нашли. Прикольненько. Ладно. Давай сюда. Ты с цветочком вот сюда.
А ты с подарком вот сюда. Итак, во-первых, камера будет здесь, направлена на стол. Доктор сидит в кресле. Хай будет разливать чаек. Это не сулит уважения к Юи и восхищение ее отцом. Очень доволен манерами. Ага. Лады. Вот туда я вхожу. Первый кадр — мои часы. Затем камера движется вверх, показывает первое лицо. His perverted gaze masking itself in twisted sophistication. I've got chills just thinking about it. Hold up. Стоп. Юи знает о том, что происходит в этом момент. No. Юи's been coddled to death. She's one of those chicks whose father sent to an all-girls school when she was little. And even if she даже если она поймет, что он псих, она ничего не сможет с этим поделать. Если представить, что это действительно случилось, это ужасно, бедная девчонка. Эй, что вы ищете? Мне пришло в голову, правда ли, что это какой-то колдун. Возможно, душа Ю все еще заперта в этом самом здании и наблюдает за нами. Не может быть. Некоторые говорят, что видели, как ее душа блуждает по зданию ночам. Чушь. Подожди, я имею в виду, не думаю, что нам стоит снимать здесь. Пусть она покоится с миром. Соглашусь, убить ее было недостаточно. Это разрешение держало ее в своем. Правильно, итак, все это... А потом Ю берет чайник... Находит какой-нибудь предлог, чтобы... Что? Ты ее видишь или что? Идиот, послушай какой-то странный шум оттуда. Я схожу, если что... Стало страшно. Стоп, мне совсем не страшно. Я проверю. Пусть почувствует себя крутым. Ага. Это очень херовая идея идти проверять. Так, ребят, всем спасибо за просмотр. И думаю, на этом серию мы закончим. А в следующей уже продолжим. Пойдем посмотрим, что там был за шум. Так что все. Всем пока-пока и до потом.